Советую вам обратить внимание на субтитры в данном ролике. В них спрятан небольшой секрет. Добрый день, дамы и господа! Агроцентр Коломна снова с вами! Мне удалось успешно заразить картофель альтернариозом. Инокуляция демонстрируется в другом ролике. Посмотрите его, чтобы узнать, как проходил этот процесс. Решив задачу с наличием заболевания на опытных делянках, я получил такой результат. Альтернария сейчас развивается стремительно. И вскоре растения картофеля могут полностью погибнуть. И это можно увидеть на одном из вариантов. Все делянки обрабатывались фунгицидами против альтернариоза. На дату последней обработки картофель выглядел вполне здоровым. Но обработки больше не проводятся. А сегодня я могу показать вам, как отличается длительность защиты в зависимости от препарата. Испытуемый препарат компании Syngenta показал себя лучше других вариантов. И вы можете увидеть это на этих кадрах. Скорее всего, такого огромного количества инфекций на ваших полях вы не встретите. Но не стоит забывать о таком опасном заболевании, как альтернариоз. А обеспечить длительную защиту вам поможет наш препарат. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях. Чуть не забыл назвать препарат. Самые внимательные зрители, которые читали субтитры, уже знают название. Это был Meravis.